Человек в комментах в Телеграме пишет: что делать, если победил в розыгрыше таймача на неделю? Как побыстрее избавиться от приза? Ты еще лет не играл на лесном аксе. Какой шанс, что чел на медузе нихуя не купит, я выйду из леса и разрублю его? Ноль? Или есть шансы? Кто ебанутые? Мне кажется, за тьму можно на аксе скипнуть вангвард и купить инстант на блейдмейл. Что думаете? Мне кажется, можно. Три перчатки на шейкере, нихуя себе. Кто я? Я не буду у тебя фарм забирать, я и не планировал. Я буду бить ремнем. Блять, ну какой кринж, ну что это? Пощады. Ох, Акс. Бля, я не хочу с ними общаться. Они же ебанутые. Я ему даже ответил, он мне продолжает спрашивать. Они же ёбнуты. Это пиздец. Друг, я тебе два раза уже ответил. Я заебался отвечать на один и тот же вопрос из-за того, что у тебя выключены наушники. Я не хочу отвечать на него в третий раз. Спасибо. Ты лесник? Да. У тебя фулл экспа будет. Там легкая линия нормальная. Он просто перестал ее бить. Бля, вот как это? Как? Как это может быть правдой? Я не понимаю. Как? Вот он плюнул два раза и просто убежал. Ну, то есть не нужно уметь играть в игру, что... Ну, я просто не понимаю. Мне кажется, эти люди, они не умеют дышать. Это пиздец. Хускар, Рубик. Ну, хорошая линия, несложно. Ладно. Зачем ты крипов стопил? Лайн проебал нам только что. Харась еблан. Так ты же сам сказал, чтоб я не бил никого. Я ушел. В чем я не прав? 12 регена, это прикольно. Но шишки не хочу. Мне нужен кемп из трех крипов. Мне крутилка хоть чуть прокола. Но у него вроде нормальная линия пойдет. Просто доверились мне. Похуй. Что медузе надо купить, чтобы у нее было больше, чем 275 хп? Кусок драгонленса, да? Либо ПТ на силу переключить, правильно? Правильно. Шейкер помог, кстати. Ну или шляпу, да. Или шляпу. Блин, на аксе как-то сложно без ВГ стоять. Ладно, средний по фарму. Блять, тут волки ебаные. Фалкон? Ну да, фалкона хватит. Ну я думаю, он фалкон не купит. Он уже купил в райзбенд, вряд ли он после его бэща с фалкон резко затарит. Шейкер, кстати, реально помогать мощно пришел, просто АФК встал и стоит. Так у тебя есть саппорт. Я, кстати, играл на саппорте Акси, это жестко. Через филактерии имба пиздец. Задумайтесь в чате. Еще один вопрос, как я на 6-м левеле выйду на медузу? Без сапога. Ну, а, кстати, без моей помощи сдохнет. Просто в этом не то, чтобы сильно много смысла, но вот скажите, вот честно, хочется пойти и вот накидать под хвост медузе на 6-м левеле прям очень сильно. Какие-то без вангварда фарману я хуй знает. Тут голема расчилка. Как вы думаете, если я начну просто в нее в тупую бежать, она додумается купить эту? Ой, купить, переключить ПТ на силу? Я думаю, нет. Я в это не верю. О, лучше кем крипов. Я вот думаю, мне сапог купить или подкопить сразу на даггер, чтобы фокусы делать. Вопрос, а руна щита спасает от топора или нет? Или там именно хп только важно? По идее, спасает. Нужно спасти, я думаю. Ясно, я АФК. Пусть заканчивают игру. Вот ты реально один раз умер и разнылся. Друг, тебе 8 лет, ты поэтому в чат пишешь, а не в микрофон разговариваешь. Все правильно, друг. Я виноват во всем. Пошел, сдох, сидит, ищет виноватых. Шейкер виноват, что он не пришел, не помог. Вайпер виноват, что он не пришел, не помог. Я виноват, что в лес пошел. Чистая база, друг, чистая база. Бля, она и так дохнет.
Ну, я обязан убить медузу. Я не могу этого не сделать. Ну, то есть, я это обязан сделать. Я обязан убить медузу, пойти сейчас. Это моя обязанность, как лесного акса. Я не могу это не делать. Вашу нижнюю башню атакую. Блять. Ладно. Но у нее меньше хп, чем у меня порог убийства топором, поэтому она умерла. Вашу верхнюю башню атакуют. Она додумалась! Я думал, она не додумается, честно. Я думал, она никогда в жизни не додумается это сделать. Гений. Просто гений. Ну, он гений. Ну, нет слов, он гений. Нормально. Ну что, сейчас я блинк куплю, посмотрим, как он додумается в следующий раз это сделать. Блять, я, кстати, реально, если я куплю рапиры и филактерии, я ее смогу всю игру ваншотать. Ну, апнутые филактерии и рапиры. Я же ее реально всю игру буду шотать. Это пиздец. Развернись, мы его убьем. Чё ты боишься? А, ты же обиженный, точно. Как я мог забыть? Как я мог забыть? Один кемп остался, и медузе пизда. Ну, вангвард вообще стоило купить, я думаю, в этой игре. Хотя уже, наверное, поздно. В Тараску я его не разберу, нахуй, он не всрался. Медуза, медуза, мы друзья. Медуза, медуза, мы друзья. Блять. Че, может реально филактерии хуйнуть и просто гоняться за медузой всю игру? Сейчас почему шотнул? В смысле, почему? Ну у него ПТ не было на силу включено. Она переключила один раз ПТ на силу, из-за этого порог убийства превысился. Поэтому... Блять, какая же хуйня, это ужас. Я, кстати, по идее Хускара раз на раз легко убью. Он от Блэдмейла просто сфидит. Блин, так хочется филактерии хуйнуть. Вы знали. Ха-ха-ха, бегающий гвоздь. Блядь. Да закрой ебало! ПТ на силу, кстати, не поможет теперь. 375. Убийственный порог. Он еще Яшу купил. Чё, чат, покупаем филактерий? Покупаем филактерий? Как будто надо. Подождите. Не, филактерий не поможет. Я наебал. Филактерий не поможет, он же урон просто наносит. Мне нужен какой-то... Флотовое увеличение маг урона. Сколько? 400. ПТ на силу не поможет, я убью ее с ПТ на силу уже. Я ее убью с ПТ на силу. Рапира нет, там не поможет ничего из этого. Стоять, сука, стоять, стоять! Ах ты проститутка! Что? Подождите, что? А как, почему я ее не убил? А почему я ее не убил? Ну, у нее 384, а у меня 397. Почему я ее не убил? Ну и хуйня. Резист к магии. Вы пизданутые? Там чистый урон. Бля, ну она всю игру с ПТ на силу теперь будет бегать, да? А он всю игру теперь с ПТ на силу будет фармить? Поможет? То есть, по-твоему, Spell Amplification с Вабрейса не помог, а тот поможет? Ну ты долбоёб? Че, я сдохну, реально?
Нет, не сдохну, нормально. Ну, если он ПТ переключит, я все еще его убью. Че, он уже манту накопил или он филактерий купил? Почему диадема пропала? Он ПТ на, ну, он ПТ на инту, не, ой, на инту, на ловкость или еще на что-то до конца игры не переключит. Теперь после этого старта. Ох, блять. Увы. Почему оно не увеличивает порог? Урон увеличивает, порог нет. Ну и хуйня. Все еще на силу бегает. Ебать, у фантомки денег. Ну что-то ноль урона, мне герой залупа. Блин, может в мага Акса? Бля, я сейчас куплю манту и диффуз и буду бегать убивать медузу. Пиздец там урона, сколько там? 560 урона с топора. Не, Блэдмейл, когда? Ну прыгни в нее, но у тебя же все есть, долбоеб. Нижняя башня противника разрушена. Сложно быть, наверное, настолько тупым, ладно. Неважно, друг, неважно. Не просто быть долбоебом на леге, я понимаю. Но зато ты буквы в чат писать пытаешься какие-то. Заплачь? Да не, я вроде про спокойно разговариваю. Ты же сам себе килл потерял. По причине своей же тупости. Голосок дребезжит. Это база, друг, база. Блять, не допрыгнул. Да-да-да, это правда. Бим-бирим-бам-барам-бам-бам. Интересно ебать на таком герое играть. Ебать. Ладно, пора нормальную сборку делать. Сейчас какой-то. Магический Акс. Блин, а чё, кстати, лучше? Вот эта штука, которая маг урон срезает, или вот эта штука на Spell Amplification? Наверное, на Spell Amplification лучше, потому что оно на Cooling Blade работает. Ну хотя, оно этот, в агре дольше стоять герой будет. Может, он сюда еще раз прилетит, мало ли. Медуза, увы. Слушаю тебя внимательно. Дерись на здоровье. Подрался. Нихуя себе. Блять, я не успел стопнуть. Блять, друг, было бы классно, если бы ты в агре не станил игроков, чтобы они умирали. Реально баш первым ударом. Блять, ну это шутка. Просто чудище ебучее на Рубике. Чудище на Рубике вылезло. Почему они все командой бегают? Что это? Учись играть, ответ убил. Я сап. Это головач, что ли? От саппорта ничего не зависит. Good day to fight.
Ну, то есть, вам прям настолько похуй, вы вдвоем стоите АФК просто и смотрите. Понял, парень, понял. Продолжу соло бегать, ну его нахуй. Друг, у тебя есть невероятная функция не нажимать три блинка, на которые ты проебал ману, и что еще более невероятно, нажать кнопочку переключения ПТ, переключить его на интеллект и нажать хроносферу. Что думаешь? Вон, Медуза во вражеской команде умеет это делать. Я видел. Стоит просто в кустах, чудище ману абсорбирует. Но мне таймлес нужен. Таймлес нужен. Спасибо. We will make it to the promised land. Здорово. Укрепили свои сооружения. На самом деле у него ноль шансов было уйти, даже если бы он не бил эти катапы. Ну, бить катапы, наверное, самое правильное, что он мог сделать, потому что если бы он на последней секунде убил, было бы норм. А так, ну, если бы он начал убегать, я просто на него блинканулся. Хускар, ну... Мне кажется, Хускар просто ебанат. Ну развернись на войде, ну у тебя же хрона есть, ну развернись, ну умоляю. Лучший. Бля. Какой ужас. 48 армора, понял. Cut and run. Блять, какой ты молодец на войде, это ужас просто. Какое же чудище. Бля, не сночит екр. Блять, что это за люди? Пусть убьет хоть кого-то. Или не убьет. Ну нахуй, реально не убьет. Ладно, пух. Лего репорт. Че говорит Лего? Умом. Спасибо за игру.